И в завершении выпуска новости спорта. Новые впечатления, друзья и награды. Воспитанница Дворца спорта «Норт» Анастасия Канева завоевала две бронзовые медали на первенстве России по пауэрлифтингу. За медали в двух дивизионах, экипировочном и безэкипировочном, боролись около 200 участников. Анастасия Канева, воспитанница Дворца спорта «Норт», объездила почти полстраны. В феврале она побывала еще в одном городе – Бердск. С 16 по 21 февраля в нем прошло первенство России по пауэрлифтингу в жиме лежа. Два третьих места. Третье место в экипировке в категории 52. А тоже третье место выступала в другой день. Это без экипировки. Классический жим. Вот. Пожала 75 килограмм в экипировке, а без экипировки 60 килограмм. На помосте развернулась ожесточенная борьба за призовые места. Представительница Магаданской области, которая заняла первое место, показала результаты всего лишь на 10 килограммов больше. По словам тренера Валерия Мартынова, у нашей спортсменки есть все шансы в следующем году повысить результаты. Разбор полетов мы уже провели. Есть, значит, некоторые моменты, которые мы исправим. Вот. Ну и на следующие соревнования, которые будут через год, будем уже чисто биться за первое место. Тут уже однозначно это мы себе планочку так поднимаем. Шансы у нас все есть, мы в призерах состоим, не на большую сумму мы отстаем. Также Анастасия попала в резерв сборной России. Это дает право при отказе спортсменок, занявших первые два места, попасть на первенство мира и защищать честь страны. Но пока девушка готовится к новым соревнованиям. В апреле пройдет чемпионат и первенство округа по пауэрлифтингу, а в начале декабря намечена поездка на чемпионат Северо-Запада. Алена Валей, Роман Делимарский, телеканал «Север».